многие ругают рэперов, да, за бессмысленные тексты, но есть вопросики и к маэстро. Вот, например, у Олега Газманова в песне «Морячка» есть строчка. Любимый объяснял, как лебедка тянет рау, она не хочет слушать, хочет, чтоб поцеловал. И Газманов исполнял ту песню молодым. А вы видели хоть одного молодого парня, который бы такой сосаться? Да брось. Послушай лучше про принципы подъемно-транспортных механизмов. И вообще я понял, что на самом деле это очень грустная песня, потому что девушке не интересен Газманов как личность. Она просто хочет овладеть его упругим телом.